Коровы считаются огромными животными. Но когда у бычка не прекращает расти некоторая часть тела, это материал для книги рекордов. Гасвилл, штат Арканзас. Здесь, в приюте Rocky Ridge, Дженнис Вулф старается помочь животным, с которыми жестоко обошлась судьба. Тише, ребята, тише. Двери Дженнис всегда открыты для собак, кошек и прочих сельских животных. Но похоже, что их придется распахнуть пошире. Познакомьтесь с Лурчем. Лурч похож на мифическое чудовище, но на самом деле он бык породы ватуси, изначально зародившийся в Африке и известный крупными рогами. Да, но даже для представителя этой породы лурч выделяется. Когда ему было около 2 лет, у него что-то произошло с рогами, и они все продолжали расти и расти. Вот так выглядит обычная корова породы ватуси. А вот это лурч. Каждый рог у него весит 45 килограммов. Он установил мировой рекорд по обхвату рогов среди быков всей планеты. Никто не представляет, почему рога лурча достигли такого размера. Эксперты полагают, что у него была генетическая предрасположенность к крупным рогам. Но он вел здоровый образ жизни с вегетарианской диетой и физическими нагрузками. Несмотря на причудливое имя и невероятные рога, лурч – добрый гигант, любящий, когда его почесывают. Но берегитесь, когда он ворочает головой.